Загадочная рожа. Беляков Артемий Сергеевич. Занимался с детства где-то с 5 лет в ансамблях у себя в городе, в Твери. Вот потом приехали в Москву сюда танцевать, в зале Чайковского. Вот, и у моего педагога была тут знакомая из ансамбля «Березка», я, к сожалению, не помню, как ее зовут. Вот, она посмотрела мои данные, что-то там потянула меня, покрутила. Говорит, ну, попробуйте, может быть, поступите. Попробовали, поступили, а потом так что-то задумывались, и что дальше? Что тебе тяжело? Не свихнуться до конца урока, не начать нервничать. Иногда собственные способности какие-то физические мешают выразить то, что хочешь. И, ну, как искусство. Какой-то жест, какое-то чувство. Когда ты пытаешься это выразить, понимаешь, что более чем просто рукой там ты больше не сможешь ничего показать. Хочется. Такая тенденция, что чем дальше урок заходит, тем тяжелее делать. Не то, что ноги становятся более там жирные, крышкам, еще что-то, а тяжеловато получается все. А зато потом отдельно, когда в классе что-то пробуешь, все так хорошо идет. Прям не меняешься. Ну, за 4 года выработал такую колоссальную мощь физическую. Это очень здорово. Когда все там жалуются, что вот я после этой комбинации запыхался, не могу там дышаться что-то или после вариации. Да, такое бывает. Во-вторых, 8 лет в интернате прожил, все-таки второй дом. Поэтому в любом случае воспоминания будут. Больше положительные. Положительные. А так еще, какая дальше жизнь будет? Если дальше будет хорошо, может быть, буду плохое вспоминать. Можешь вспомнить самый ужасный для тебя момент в этой школе? Сложно. Есть такой вот самый первый класс, когда меня от дома оторвали неожиданно. Я такой был маленький сынок, домашний человек. Меня ни разу ни в лагерь не отправляли никуда. Вот, и первые полугодия первого класса я просто ревел каждый день. Ты это помнишь? Да, это я помню. И свои ощущения помнишь? Плохо было? Жутко. Я просто случайно маме ляпнул, то, что мама, как бы я не ныл, не забирай меня. Вот, и потом, когда я ревел, он мне по телефону говорил, ты же мне сам сказал. И все. Понятно.